Двум 29-летним северодвинцам прибавят срок заключения за нападение на таксиста. Установлено, в мае 2014 года молодые люди в поисках денег пошли на преступление. Попросили таксиста 74-го года рождения отвезти их от стадиона «Строитель» до героев североморцев. Когда машина ехала по дорогам, началось кровопролитие. Горбунов, сидящий сзади водителя, накинул потерпевшему на шею отрезок электрического шнура и пытался его задушить тем самым. Однако потерпевший сумел оказать активное сопротивление. После этого Алексюк достал нож и ножом нанес потерпевшему несколько ударов в область тела. Несмотря на нанесенный тяжкий вред здоровью, таксист сумел отбиться от нападавших. Помог и водитель попутного автомобиля. Потерпевший звуковыми и световыми сигналами просил о помощи. Очевидец остановился, злоумышленники скрылись. Таксиста госпитализировали в больницу, он выжил. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские вышли на след преступников. Как оказалось, они уже были за решеткой. Приговорами других судов по другим делам они были признаны виновными в совершении также насильственных грабежей, Алексюк в том числе и разбоя, и отбывали наказание в местах лишения свободы. За эти преступления злоумышленники уже были приговорены к 5 и 5 годам и 3 месяцам лишения свободы. За нападение на таксиста им грозит еще до 15 лет колонии. В Архангельске участковый, желая подняться по карьерной лестнице, обвинил 9 пешеходов в якобы нарушении правил дорожного движения. Заведомо ложные сведения внес в официальные документы. На пешеходов было наложено административное взыскание в виде предупреждения. После возбуждения уголовного дела участкового уволили из органов внутренних дел. Суд назначил ему 2 года лишения свободы условно, но экс-полицейский попал под амнистию. Свою вину мужчина так и не признал.